Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Снова я, с вами Марина. Мы находимся в Экспрессе, город Богородец, улица Урицкого, 25. Экспресс опять радует нас покупками. Новогодние и повседневные. Сейчас я вам покажу маленький обзорчик, то, что приготовил к нам Экспресс на полочках своих. Смотрите, 199 рублей. Это однозначно. Так, Китай производитель. Вот такие у нас очень много шапочек, я сказала. Смотрите, разные виды. Там покажу, какой утеплитель. Смотрите, вот он, видите? Сейчас мы почитаем, что там. Так, полиэстер 54%. Дальше 30% полиаминид. И 16% арис, внутренний слой. 100% полиэстер. Вот так, дорогие мои. Очень мелко написано, плохо видно. Здесь у нас появились вот такие салатники. 77 рублей. Красивые, смотрите, какие. Это Китай производитель. Размерчики сейчас я скажу вам. Это 0,500 миллилитров. 0,5 литров. Так, и еще вот такие у нас тоже салатнички. 99 рублей, 25 сантиметров. Красивый, смотрите, это стекло. Тоже производитель Kitchen Китай. Так, вот такие салатники я уже показывала. Так, да, появились вот такие стаканчики привезли. Смотрите, были большие, вот они. Еще вот такие маленькие. Такие мензурочки. Маленькие привезли. А есть прям вообще, вот они, смотрите, простое стекло. Наши, наверное, демидовские производители. Сейчас мы посмотрим. Так. Да, производитель Россия. Вот не Московская область. Какие мензурочки. Вот такие. Тоже показывал все. Здесь ничего нового совершенно я не нахожу. Кружка. Малыш с бутылочкой. 3 в 1. 199 рублей. Сначала его накормить надо. Вот, накорми его, потом прояви заботу, а потом писает после того, как попил молочко. Вот такие игрушечки. Вот, я бы понюхал специально. Вот, смотрите, какие красивые. Понюхала, наверное, не пахнет ли. Нет, запаха нет, плохого от них. Вот они, красивые такие. Малыши пупсики, комбинезончики. Вот уже были. Нам еще раз привезли. Вот такие разноцветные. Так, цена. Не могу сказать. Цены на нем нет. Если цены нет, значит дешевле. 199 рублей. Так, конструктор вот такой. Смотрите. Танцующий зверек. Вот такие вот, 199 рублей. Умная машинка, 199 рублей. Так, что тут еще? Набор для девочек. Так, вот такие наборчики. Кулинар маленький. И вот такие. Такие мишки всевозможные, такие собачки, не знаю, собачки, наверное, или кошечки. Да. Вот такие, смотрите, есть такой вот еще собачка. Там батареечка вставляется. Вот таких разных, беленький даже есть, смотрите.
красных карандашей 36 штук, 199 рублей. Это я уже показывала. Так. Что тут еще у нас? А, вот эти ручки привезли шариковые, 6 штучек, черный цвет такие. А вот они, тонкое письмо, цветные чернила. Так вот, мои дорогие друзья, на этом я заканчиваю обзорчик. Спасибо вам, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Спасибо всем. Головоломочка. Посещайте мой канал. 199 рублей она. Я буду рада с вами пообщаться. Спасибо всем. Thank you.